Всем привет! Всем привет! Мы сейчас съездили в Ленту, ну там ничего не снимали, сейчас покажем просто, что мы купили. Вот, практически все взяли по акции. Взяли, как обычно, молоко. И взяли вот такие вот ящики в Ленте. Мы хотим их в комод поставить, ну, в этот выдвижной ящик. У нас просто много там мелких разных, ну, мелочей, в общем, всяких разных. И мы их распределим в эти ящики. Взяла себе маску. У меня там закончилась моя. Взяла вот такую попробовать. Молочко. Персил взяли. Тоже по акции был. Ну, у нас там еще есть, но взяли. Пускай будет. Пока по акции надо брать. Мы акционеры просто. Шампунь. Клир. Вот. Ну, такой вот первый раз взяла, не знаю. Ну, думаю, нормальный будет. Сим взяли, тоже по акции был. Ну, в общем, тут все по акции. Коля, я себе вообще шампунь взял. Да, я себе взял вот с кондиционером какой-то. Попробую. Ни разу с кондиционером не брал. Бонни даже вкусняшек набрали. Ну, вот такой вот с курицей. Курица в соусе. Ну, а то она у нас ходит грустная какая-то. Она у нас ходит и каждый день просит что-нибудь вкусненького. Я себе еще взяла вот такой вот скраб для лица. И Бонни мы взяли корм, потому что у Бонни корм совсем закончился. Вообще его нету. Ну, там чуть-чуть остатки. Вот контейнер с ее кормом пустой. Поэтому мы сейчас это все засыпем в контейнер и будем понемножку ей насыпать. Вот, ну это все, что мы купили. А сейчас мы это все уберем. И пойдем, наверное, мы шторы вешать. Да, пойдем покажем, какие шторы мы взяли. Коля сегодня съездил в Леруа, забрал наш заказ, пока я на работе была. Такие вот у нас шторы будут. Да, мы взяли вот такие шторы. День-ночь называются они. Здесь вот, это, я так понимаю, это от них, ну, запчасти. Крепление. Да, нужно их еще собрать для начала. Вот. Сейчас мы будем собирать их, пробовать точнее. Собирать. У нас одна получается длинная, а одна поменьше. Там просто по размерам не было, чтобы нам прям на все окно было. Так бы, конечно, мы одну бы лучше взяли длинную и все. Как ты думаешь, мы сможем их собрать? Ну, ты уже знаешь, что только не собирал. Поэтому я думаю, что получится. Я просто не уверен. Ну, у нас есть YouTube, я думаю, в помощь нам. Да мне кажется, ты так соберешь. Или там все так сложно. Ну, я просто смотрю вот на эти запчасти, да? Что-то прям я даже не знаю просто, что с ними делать. Но сейчас будем пробовать. Если не будет получаться, будем включать YouTube и смотреть. В общем, сейчас Коля тогда будет здесь разбираться. А я же обратно все вчера занесла на ночь сюда. Вот так вот тут все выглядит. Помидорчики подзавяли. Я вчера их поливала, уже все снова сухое. Надо поливать уже 2 раза в день, если не 3. Очень быстро все сохнет. Огурцы тоже вчера поливала очень хорошо. И снова земля вся сухая. А, и я огурцы хочу же опустить вниз. Ну, сейчас мы шторы повесим сначала, а потом я займусь огурцами. А сейчас пока все быстренько полью здесь и вынесу в комнату, пока поставлю, чтобы не мешало нам шторы вешать. Коля уже собрал эти шторины. Да, сейчас я вот намажу здесь обезжиривателем. Будем клеить на двухсторонний скотч их. Сейчас надо будет эти намазать. Солнце такое прям вообще печет, да, очень сильно. Да, светит, я, короче, ничего не вижу. Что я тут делаю, вообще не понимаю. На ощупь. Да, грубо говоря, я тут на ощупь. В общем, сейчас один двухсторонний скотч. А, вот он. У нас тут такой кипиш на диване. Я сюда все вынесла снова. На вот эту штуку будет Коля клеить. Так, ну пока хватит. Ну так вот он все собрал, проверил, все закрывается, открывается. Так, теперь надо эти намазать. Тоже двухсторонним скотчем, говорю, обезжиривателем. И будем клеить на мой вот этот вот красный скотч. Так. А вот этот плохой?
А этот 3М-овский, ну он тоже нормальный, в комплекте шел. Но он как бы меньше выдерживает. Вот этот вот, который у меня, он выдерживает до 150 килограмм нагрузку. Ну да, здесь вот эта самая большая, по-моему, 2 килограмма весит. Ну плюс, когда тянешь просто ее, она это, что-то как-то оно тяжело идет почему-то. Ну, может быть, не разработалось еще, не знаю. Давай маслом помажем. Так, скотч. Ну, как раз. Надо ножницы твои крутые, которые, помнишь? Кухонные. Да, сейчас я их принесу. Вот я принес эти крутые ножницы, которые Света купила недавно. Они, кстати, очень острые. Сейчас будем клеить. Я поверхность обезжирил. Пальцем провел жирным. Да. Чтоб приклеивалось лучше. Так. Вырезаем. Так. Теперь вторую сторону. Также. Опа. А вот и скотч уже кончился. Ну, я думаю, нам хватит его. Ну, можно не на полную эту штуку приклеивать. Ну, тут еще в комплекте же шел скотч, поэтому, я думаю. Или что, тут совсем мало? Тут на одну сторону хватит. Ну, мы ту, которая легенькая, будем ее приклеивать. Так, ну теперь надо, чтобы ты мне маленько придержала ее. Потому что я, наверное, не справлюсь. Давай, буду держать. Потом снимем, покажем, что у нас получится. Да. Вот так вот получилось. Первая часть готова. Сейчас. Вот она классно. Так ее можно полностью закрыть, а можно наполовину открыть. Сейчас. Вот. Давай, покажи. Сейчас бах, все упало. Не-не, я имею в виду, что открыть, что ну, вот так вот открыто, да, вот. Ну, я думаю, что мы ее прям до верха мы не будем поднимать. Вот, и сейчас вторую сюда тоже прицепим. Ну, и здесь будет небольшая такая щель. Ну, из-за того, что там крепления будут с одной и со второй стороны. Будет пару сантиметров между ними щель, но... Просто не было других размеров, поэтому мы вот взяли так. Ну, я думаю, что ничего страшного. Да, самое не главное, что страшно. У нас не будет вот этого пекла. Хотя бы в спальне. Ну, давай будем вешать вторую. Давай. И покажем потом, что получилось. Вот как классно все тут теперь выглядит. Вот, и нету никакого просвета. Все супер. Мне очень нравится. И теперь здесь нету солнца вот этого. Интересно, где они как поднимаются с ветра. Ну, а потому что вот эти штучки, они легкие. Можно немножко окно призакрыть. Не будут так подниматься. Ну, классно, мне тоже нравится, как получилось. Угу. Вот она вот эта вот щель здесь идет. Ну, окно немножко приоткрыли, оно у нас, в принципе, всегда будет приоткрыто. И поэтому все хорошо выглядит. По-моему, классно. Ну да, классно получилось. Коля, ну, так, жара прямо тут. Коля так безжалостно огурец сдвинул в сторону. Сейчас я буду огурцами заниматься. Сейчас я их тут немножко приведу в порядок. А ты хотел, помнишь, гвоздик сделать? Ну да, сейчас попробуем сделать. Давай, пробуй, а я буду это тоже здесь. Огурчики так, вниз опускать. На каком уровне его? Ну где? Так, чтобы веревочку натянуть можно было. Типа как вот здесь где-то? Ну да. Ну понял, ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас будет мусора много здесь. Да тут и так его уже много. Все равно мыть. Сейчас думай что-нибудь. Давай, думай. А я пока тут огурчик сорву. Больше, по-моему, пока тут нету. На ужин нам огурчик. Коля говорил, когда мы уже будем огурчики кушать. Вот уже начали кушать. Я еще на ножницы сел. Что там? Ничего не почикал себе? Я пока успела подвязать только два огурца. Вот так вот туда прикопала.
А вот этот вот не сгибается, поэтому будет так торчать. И вот, вот этот вот третий, он тоже большой. Ну, его я уже завтра буду делать. Завтра буду его опускать. И здесь вот так вот помидорки подвязала. Коля там гвоздики прибил. А с той стороны, оказывается, был не гвоздик, там был просто шпаклевка, кусочек там был. Я думала, это гвоздик. В общем, Коля прибил тут гвоздики. И теперь все здесь вот так стоять будет. Вот, обратно сейчас все составлю сюда. И мы пойдем гулять. От Коли поступило предложение пойти на улицу сходить, прогуляться. Вот, поэтому мы сейчас пойдем гулять. Мне так интересно, как она это делает. Такая картина была. Захожу, Коля сидит рядом с Бонни, а Бонни сидит и пьет из ведра. Мне просто было так интересно понаблюдать за ней, как она пьет. Она всегда из этого ведра пьет. Кстати, это ведро с балкона, надо будет его обратно унести. Ну, она из миски не пьет, она пьет из ведра. У нас такая пыль поднялась. На камере летает. В общем, мы сейчас одеваемся, идем гулять. Я сегодня мыл полы. Ну, ты молодец. Я же дома убираюсь, ну. Уборщица. Я помыл полы, погладил. А что пыль летает? А пыль летает, я не знаю почему. Ну, это, наверное, с Бонни. Давай, наверное, одеваться, а то сейчас уже стемнеет, и мы никуда не пойдем. Мне осталось сланцы обуть, и я в пути. Ну все, бывай, пошли. Мне тоже. Ну, все, пойдем. Мы приехали прогуляться в парк. Вот сейчас немножечко погуляем среди елочек и поедем домой, потому что у нас уже прохладно. Вот. И уже поздноватенько. Что-то такой высокий, что это не влазишь в кадр. У меня чисто лоб только влазит, все. Ну, мы сейчас маленько прогуляемся, на улице правда очень холодно, а мы вышли в шортах, вон, в сланцах. Как днем. Днем жарко было очень. Поэтому мы сейчас маленько прогуляемся, да и домой поедем. Мы уже приехали домой. Я собираюсь ложиться спать. Буду заканчивать уже сегодняшнее видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!